Друзья, всем привет! Людиново, 6 июля 2024 года. Вид на реку Болотевка. Шикарная погода. Люди отдыхают. Кто-то на рыбалочке. Кто-то в лес за ягодой. Малина уже поспевает. Интересная полянка для отдыха. Можно даже вот так культурно загорать. Много мостиков для рыбалки. Везде места для пикника очень много. Люди на машинах приехали. Столики, палаточки. Все культурно. Тут ребята тоже с палатками. Костер горит. Красиво. Музыка играет, все культурно. Ну, а мы пойдем полюбуемся природой дальше. Уточка передает вам привет. Даже на моторных лодках люди катаются. Резиновая лодочка. А там дальше на реке, на моторной, с ветерочком. Ну, прикольно. Почему бы и нет? Если будете ехать с Людиново, мимо озера Лампать, по улице Осипенко, спускаетесь по улице Механизаторов. Здесь можно оставить машину. И вход на территорию базы. Горнолыжной базы «Зеленые горки». Лыжная трасса «Зеленые горы». Горы я здесь не увидел, но то, что здесь зелено и красиво, это факт. Территория отдыха «Зеленые горы». Спортивное сооружение. Движение всех видов авто и мототранспорта запрещено. Ага, авто и мото. Значит, на велосипеде можно здесь погонять. Схема лыжной трассы от 1 до 3 километров. Ну, интересно. А мы пойдем погуляем дальше по территории. Очень зелено, красиво. Лыжная трасса. Зарегистрированный спортивный объект. В общем, можно только на лыжах. Так как сейчас лето, 6 июля. Если будем ходить на лыжах, нас не поймут. Поэтому ходим пешком по лесу. Наслаждаемся воздухом, хвойные насаждения дают шикарный воздух, ай, дышится хорошо, классно гулять. Уже спеет малинка и много-много земляники. Очень классные дорожки. Есть, правда, комары, но их пока не сильно много, не особо мешают. Природа шикарная. Людиново. Такая вот она, Калужская область. Зимой тут, наверное, все выглядит совершенно иначе. Ну а летом как-то так. Очень красиво, друзья. Тишина, только птички поют. Класс. Ставим лайк за природу. Проходим через большую поляну, поднимаемся вверх, и будет налево поворот на родничок. Родник под названием Три ручья. Очень интересное местечко, видео о нем я уже снял, будет на моем канале Шотс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Доходим до развилочки. Поворачиваем налево и туда, к родничку. Сходите, не пожалеете, если будете в этих местах. Красивое место. О, как интересно, сосна растет. Что-то, елочка. Корни сплелись. Прям ничего. Растет все хорошо, несмотря ни на что.
Очень оригинально. А мы гуляем дальше. Ай, друзья, ну красота же. Ляпота. Ну, а мы по дороге подкрепились лесными ягодками и возвращаемся назад. Почему называется земляника? Наверное, потому что возле самой земли растет. Ах, вкусняшка. Что мне нравится, здесь везде дорожки вверх-вниз. Можно спокойно гулять. Правда, много крапивы. В шортах не рекомендую ходить, как я. Ну ничего, все равно прикольно. Пробираемся чуть сквозь джунгли. Речушка, разломанный мостик. Дошел еще до одной полянки. Мостик и родничок. Пойдем посмотрим. Бежит водичка. На карте нигде я не видел этот родник. Много папоротника. Зелено. Так что еще одно культурное место. Можно по пути набрать водички. Так, друзья, вышел из лесу. Здесь церковушка. Надо глянуть. Храм в честь иконы Божьей Матери Живоносной. Слышны крики детей. Может, идет крещение, не знаю, детки очень сильно громко кричат. Красивое место. Ромахи цветут во всей красе. Шикардос. Ну что, друзья, на этом красивом месте будем завершать свою экскурсию на сегодня. База отдыха Зеленые горы, Людиново, Людиновский район, Калужская область. Надеюсь, видео было полезным и интересным. До встречи!